серия с грибным комплексом. Серия шикарная, премиальная. Я напоминаю, что это премиальная линейка. Скажу так честно. Здравствуйте. Не для всех. Вот эта линейка для избранных, потому что она дает такой эффект очень тоже многогранный. Здесь богатый состав, и она идеальна для использования с 30 лет и далее. От 30 до 50 можно и старше, потому что здесь доказана эффективность, проводились клинические тесты. Кому она подойдет? Для тех, кому нужно какое-то особое отношение к своей коже, чтобы не как у всех, и чтобы это было как раз такой правильный симбиоз и натуральных корейских ингредиентов традиционных, и очень-очень современных технологий. И здесь как раз так и получилось. Еще раз говорю, линейка премиальная, поэтому я здесь ни о каком бюджетном варианте цене говорить не буду, потому что это будет неправда. Она не бюджетная, честно скажу, потому что она премиальная. Еще раз повторяю, мы каждый день себе Герлен или Майбах не покупаем. Это такое все-таки особый подход. Почему? Потому что сам грибной комплекс, который в составе всех этих продуктов, комплекс состоит из 5 видов различных грибов, которые содержат большое количество полисахаридов. И сами ингредиенты, они не дешевые. Вот эти вот грибы, они не могут быть дешевыми, потому что их очень долго экстрагируют, изучают, потом совмещают те именно грибы, которые дадут нужный эффект. Вот эта линейка дает невероятное увлажнение. Что значит невероятное увлажнение? Простите, тут уже я как бы не могу повлиять. У нас, еще раз говорю, есть 4 типа морщин. От обезвоженности, мимические морщины, морщины реально возрастные и морщины от фотостарения. И вот эта линейка будет убирать все 4 вида морщин, потому что здесь есть как раз все необходимые компоненты, чтобы убрать все 4 вида морщин. Ой, зачем я так сделала? Вот. Здесь есть и грибной комплекс, который наполняет кожу и антиоксидантами, и убирает воспаление, и немножко убирает пигментацию. Камбучка, такой необычный компонент, не камбуча, а камбучка. Его добывают из черного чая. У вас был когда-нибудь на кухне чайный гриб? Был. По-любому был. Это вот как раз что-то родственное этому чайному грибу. Это ферментированный компонент, который очень быстро убирает воспаление. Опять же, если кожа печет, щипит, она раздражена, неважно, после чего, после ветра или солнца, вот как раз камбучка, сахаромицет это называют, будет убирать воспаление. Ниацинамид будет обладать осветляющим действием, а аденозин компонент с доказанным антивозрастным действием. И опять же, вот вам ботокс баночки, ацетилгексапептид-8. Будет убирать вам все мимические какие-то изменения. И такое сложное название эготионеин. Его добывают, если что, из бактерий. Не пугайтесь, что такое странное название. Это такой антиоксидант, который убирает все последствия фотостарения. Ну, так было уж. Перестарались, перезагорали. Что теперь? Не жить, что ли? Как убрать пигментацию? Как раз при помощи подобных компонентов. В комплексе, то есть эта линейка будет давать интенсивнейшее увлажнение, отбеливать. Что значит отбеливать? Убирать пигментацию. Чтобы нам больше понять, что такое пигментация, и пока мы тут собирались, я рассказывала девочкам, что я заморочилась, проверила все-все-все солнцезащитные кремы через УФ-камеру. Вы знаете, УФ-камера такая интересная вещь. Она нужна для того, чтобы проверить, насколько идет защита от солнца. Вот это наш солнцезащитный крем. Если я вся черная в камере, как шахтер, значит, там у меня защита есть. Если я наношу, например, поддельный солнцезащитный крем, наношу, а ничего не происходит. Крем как был белым, так и был. Но самое интересное в этой камере еще другое. Когда все с себя смываешь и смотришь на свое лицо, которое кажется без пигментации, в эту камеру, и там показана вся скрытая пигментация. Жуть берет. Честно скажу, вот берет жуть, потому что вся вот эта скрытая пигментация, все последствия загара без защиты, они все внутри. И как только будет малейший стресс, какой-то, не дай бог, заболевание, особенно связанное с заболеваниями печени или с гормональными изменениями, вся эта пигментация вылазит на поверхность, и убрать ее сложно. Ведь пигментация, у нее масса причин, и одна из причин – это когда мы очень много загорали, и потом вся вот этот меланоциты, они как бы, грубо говоря, сошли с ума, сбиваются в кучку и образуют вот эти пигментные пятна. Так вот этот вот эготианин способен
меланоциты привести в чувство, чтобы они все-таки ровнее распределялись. Таким образом, потихонечку, потихоньку, конечно, нужно терпение, пигментация тоже уйдет. И в целом тон лица будет более ровным, однородным, потому что чем более ровный, однородный тон, тем более молодой воспринимается кожа. Поэтому здесь, конечно, сам состав, он дорогой, дорогостоящий и очень качественный и четко целенаправлен на глубокое увлажнение, омоложение, устранение воспалений и отбеливание, осветление, ну, то есть выравнивание тона. Что в этой линейке интересно? Глубокое увлажнение. Что за такое глубокое увлажнение? В составе большое количество полисахаридов. Если, например, так уж случилось, что вам, условно говоря, ну, я не знаю, 46 лет, и вы как-то никогда не заморачивались с уходом за кожей, и как будто бы ваша кожа постоянно сухая. Она не истинно сухая, она как будто бы жаждет, что ли, увлажнения. Есть такое понятие, как градиент концентрации. Когда очень долго кожа была лишена полезных увлажняющих компонентов, на нее что не несешь, все проваливается внутрь. Какой крем несешь, проваливается. Особенно это видно вот в этой области, когда которую мы, честно говоря, забываем, особенно в молодости. И когда начинаешь носить крем, кожа буквально съедает, съедает и съедает. Вот в этой линейке очень насыщенное увлажнение с первого применения. Прямо вот с первого применения. И вот сейчас у меня в руках тонер. Смотрите, что удобно, кстати, с дозатором. Он, его можно смело отнести к тонерам эссенции. Он чуть-чуть гелеобразный, может даже напоминать сыворотку. Но это не значит, что нужно избегать сыворотки, можно использовать и тонер, и сыворотку, и так далее. Можно самостоятельно. И он тут же насыщает, наполняет кожу влагой. Тут даже можно не наносить его в 2, в 3, в 4, в 5 слоев. Можно нанести один слой, вы сразу увидите вот это вот разглаживание, наполнение кожи. И не забывайте, опять же, про шею и декольте, поэтому, чтобы вы увидите результат даже от тонера с первого нанесения, вот при помощи вот такого грибного комплекса, он подходит как раз для тех, кто немножко забывал в молодости за кожей ухаживать. А сейчас как бы пора. Еще раз говорю, за кожей никогда не поздно, никогда не рано начинать ухаживать за кожей. Вот эта линейка, когда никогда не поздно. Даже если вам 87, берите, ваша кожа наполнится влагой. А если еще добавить эмульсию, вот у меня рука, кстати, сухая-сухая, ну так уж получилось, ее в 100 раз руки в день моешь, она сразу разгладилась кожа. Теперь я наношу эмульсию, кстати, у этой линейки такой красивый кремовый кофейный цвет продуктов. Эмульсия, она вот капли не потекла, тем не менее, эмульсия очень легкая, опять же, водная. Для обладательниц жирной, комбинированной, плотной кожи она будет комфортной. Если ваша кожа чуть более сухая, ей не хватает и увлажнения, и питания, для таких случаев в этой линейке есть еще и кремы. Пожалуйста. Линейка на самом деле богатая по составу, там каких только наборов нет. Сейчас вам покажу. И подходит она для всех типов кожи. И для кого важно, эта линейка веганская, без агрессивных компонентов, без парабенов, без сульфатов. И, конечно же, она подойдет очень чувствительной, раздраженной коже. Подойдет для кожи с пигментацией и для той кожи, за которой, ну, в свое время недостаточно ухаживали. А если достаточно ухаживали, она просто улучшит ее состояние, потому что даст очень глубокое, глубокое увлажнение. Увлажнение – это первое, что нашей коже нужно. Не будет увлажнения, ни о каком, даже об омоложении никакого речи быть не может. Вот покажу вам один набор, классный набор. Я его вынула просто из коробки. У этой линейки есть еще и лифтинг-эффект. И смотрите, что здесь есть. Вот такая штука, крем, который работает на V-Line линию. Что за V-Line линия такая? Здесь так и написано, что это V-Line лифтинг крем. Вот эта линия у нас должна быть как буковка V английская. То есть вот этих всех частей, которые у меня есть, брыли, быть не должно. Потому что чем более острый подбородок, тем более молодым воспринимается наш образ. Тем более мы молодыми ощущаемся. И чем острее подбородок, тем мы моложе кажемся. Вот это правда, это просто, ну, такой, ну, не оптический обман, а вот такое восприятие. Поэтому все вот эти маски для подбородка, различные массажные аппликаторы, которые нам будут давать подтяжку, они точно лишними не будут. И еще, знаете, в каком моменте? Когда мы ухаживаем за кожей, мы часто наносим крем на лицо и на эту область ограничиваемся. А шея и декольте у нас, ну,
бывают забыты. И шея, и декольте начинают выдавать возраст уже после 40 точно. А если тем более еще вместо овала лица мы вдруг в одно утро видим обвал лица, что делать? Брать вот такую вот вещь и активно начинать массировать, убирать, устранять. Еще раз говорю, никогда не поздно. Вот этот набор, кстати, они даже не поленились, положили специальные хлопковые диски. Такие хлопковые диски, если есть, вы где-то видите в продаже, берите. Знаете, они чем хороши? В отличие от ватных дисков, они в себя не впитывают, они очень много отдают. Вы можете вот на этот диск нанести тонер или какую-то эссенцию, как патчи использовать, как маску использовать. Они все отдают. Это более экономически выгодно, чем использовать ватные диски. Так что это у японцев, у японской косметики бывает, и в корейской очень хорошая штука. Здесь в наборе было. Ну и помимо того, что здесь есть крем для V-линии, для V-line линии, есть еще вот такой вот крем, сейчас я его тоже покажу. И тоже текстура необыкновенно легкая. И мне напоминает какое-то кулинарное изделие. Я в этом, конечно, не сильна, но не суфле. Ну, пудинг, да, согласна, это пудинг, и этот пудинг очень легкий, опять же, у вас не будет ощущения, что вы нанесли себе какую-то мазь, и кожа задыхается, и вот так вот волосы прилипли. Сейчас близко для губ мне прилипли, если что. Пожалуйста, вы можете выбирать в этой линейке все, что вам больше нравится по своей идее, по своей концепции, и получать потрясающий результат и лифтинга, и выравнивания, и отбеливания, и очень сильного увлажнения. Вот эти полисахариды, которые в составе, они, если честно, увлажняют даже сильнее, чем просто гиалуроновая кислота. Есть люди, которым по какой-то причине гиалуронка не подходит. Либо сушит, либо стягивает, либо просто бывает, что некоторые люди, хотя гиалуронка вообще-то гипоаллергенная компонент, бывает, что отекают. Есть такой тип людей, редко, но встречаются. Тогда для них мы можем рекомендовать средства с полисахаридами, в частности, линейку Mushroom. Несите в продажу такие диски, жду их каждый раз, когда появятся. Это, пожалуйста, отделу продаж. Вот. Вот такая линейка Mushroom. Там на самом деле очень много всего. Разный набор. У меня тоже вот за спиной стоит набор. Там у нас в составе и эмульсия, и эссенция, и тонер, и крем. Там много разновидностей. Вот, можете посмотреть в прайсе.